Часто, когда мы пересматриваем отснятые тесты, нам много что не нравится. Ну, все получается не всегда так, как хочется. То ведущий не то говорит, то камера не туда смотрит. В общем, все кажется хреновым. И тогда, чтобы подбодрить себя и чтобы увидеть, что такое по-настоящему хреново, мы включаем один старый ролик на YouTube. Там два валенка снимают тест-драйв Outlander. Один скучно гнусавит и пялится в камеру, а второй снимает дрожащими руками. И все это под трэшовую музыку. Что сулит нам новое поколение? Автомобиль стал на 100 кг легче, а соответственно быстрее, экономичнее и экологичнее. Что сулит нам новое поколение? Автомобиль стал на 100 кг легче. Прошло 3 года. У нас появились крутые камеры, крутые рельсы, крутые штативы. И самое главное, крутой Ярослав. Но одна проблема все-таки осталась. Старый тест Outlander, который и удалить жалко, и смотреть тошно, и заменить нечем. Сегодня же у нас появился шанс исправить ситуацию. Мы получили на тест самую свежую версию 3-го поколения Mitsubishi Outlander. Да, фактически это та же машина, что и 3 года назад, но теперь на нее смотреть не так тошно. Браво! Браво, японцы! Несмотря на свое печальное финансовое положение, компания Mitsubishi хоть и редко, но все еще старается радовать фанатов новинками. Да, это рестайлинг, но производитель заявляет, что здесь больше сотни технических новшеств. Все назвать не обещаю, но давайте попробуем. Итак, сегодня мы будем проверять, не испортился ли клиренс, тягаться со старым Outlander, менять колесо, насиловать полный привод и копаться в песке. Еще вчера из японских дизайнеров я уважал только тех, кто рисует Mazda. Но сегодня число фаворитов расширилось. После дорестайлинговой версии Outlander и последнего Pajero Sport на дизайне Mitsubishi я готов был поставить крест. Но этот Out все исправил. И современно, и в то же время солидно и сдержанно. 5. Говорят, что это новая концепция и другие модели будут выглядеть не хуже. Ну что же, я не против. В плане функционала теперь здесь диодные фары ближнего света, диодные ходовые огни и даже задние фонари. И если диоды в ближний свет устанавливаются лишь в автомобиле с топовым мотором 2.4, то все остальное доступно даже в байке. Кстати, в плане комплектации рестайлинг не принес ничего нового. В Украине по-прежнему доступны 2 бензиновых мотора, старых как моя жизнь, только вариатор и 2 варианта привода, передний и передний. Но с возможностью подключения задней оси и блокировкой момента электроникой 50 на 50. Цена варьируется от 27 до 38,5 тысяч долларов. В тест-парке импортера, как всегда, топовая версия Ultimate с топовым мотором 2.4, вариатором и полным приводом. Как и раньше, почти за 40 тысяч баксов. Кстати, внешне топовую комплектацию можно отличить от версии Intense с трудом. Только по люку на крыше. Потому что остальные отличия, тянущие на 2500 долларов, прячутся внутри. Это кожаный салон и аудиосистема Rockford. Поэтому если на первом месте для вас понты, то переплачивать реально нет смысла, прохожие не оценят. А вот решение владельца сэкономить на двигателе, увы, никак не скрыть. Дело в том, что с мотором 2.0 ни в одной комплектации здесь не будет ни диодов, ни ксенона, ни 18-х дисков. Да, на вид салончик, как и раньше, ничего. Рестайлинга здесь, правда, меньше, чем снаружи. Фактически это только новые материалы в паре мест. Формы и функционал остались прежними. О боже, нет! Куда делись ставки под карбон? Неужели стритрейсерами спальных районов придется самим воссоздавать жлобский антураж с помощью пленки? Но мне так нравится больше. Выглядят, я бы сказал, повзрослее. И однозначно молодцы, что придумали свою текстуру, а не повелись на соревнования, кто правдоподобней вылепит дерево из пластика. Кстати, о пластике.
первое, что вас встречает в салоне, особенно летом, это запах Mitsubishi. Он, конечно, не очень приятный, и если бы это был китаец, вы бы непременно ныли о том, что вас хотят отравить. Но у меня этот запах стойко ассоциируется с любимой машиной, 9-м Лансером. Так что каждый раз, садясь в новый Mitsubishi, наслаждаюсь воспоминаниями о последнем настоящем Мицике. Второе отличие от предыдущей версии – глянцевый пластик на руле. Тоже стильно, но упс! Теперь придется вытирать руки после Макдональдса. Но если серьезно, то лично меня очень удивляет, как эти буквально два штриха, то есть глянец здесь и новые вставки на дверях, смогли серьезно изменить восприятие салона в целом. Машина стала солиднее и кажется более дорогой, чем она есть на самом деле. Хотя 40 тысяч... Сегодня это реально до хрена. Сегодня за эти деньги можно купить даже поезженный Touareg. Но не в кредит. И с риском. Короче, вы поняли. Покупайте новый Outlander. Уже не в первом Mitsubishi смотрю на эту нефтемную панельку и не могу понять, это что, такой японский фетиш? Что они хотели сказать этой огромной надписью? Типа, эй, пассажир? Или что? Или это такие требования безопасности? Тогда почему другие производители не пишут это так крупно? Но это ничто по сравнению с обилием здесь заглушек под кнопки. Они и здесь, и здесь, и здесь, и даже здесь. Знаете, когда покупаешь самую топовую комплектацию почти за сороковник и повсюду видишь эти заглушки под неведомые доп-опции, то создается впечатление, что тебя где-то наебали. А еще гениальнейшее решение заныкать кнопку борткомпьютера за баранкой. Да еще и совсем рядом с открыванием пятой двери. На ощупь регулярно открываю багажник вместо просмотра данных о расходе. Хорошо, хоть в движении он не срабатывает. И это далеко не все баги в эргономике. Спинку сиденья нельзя по-прежнему поставить под углом в 90 градусов. Вот это максимум. И это, между прочим, приносит душевные страдания Славе Матяшу, который свою посадку раком называет по-спортивному. Но, как я заметил, таких спортсменов-любителей немало. Это было в прошлой версии, и это осталось здесь. А еще дискриминация пассажира по ростовому признаку. Смотрите, я сел и максимально отодвинул кресло назад и упираюсь коленями сюда. Ну, то есть со своим ростом я сижу здесь прям как в газельке. Зато сзади сарай. Магнитола – отдельная тема. В нашей версии стоят 8 динамиков и сабвуфер Rockford Fosgate. И звучат они очень неплохо. Но вот сама мультимедийка, да, в 2012-м со скидкой на то, что это японец, она не выглядела староватой. Но, блин, прошло ведь 3 года. 3 года, Карл! И что мы имеем? Да сейчас холодильники делают более функциональными и интерактивными. Да, хороший интерфейс. Да, очень чувствительный экран. Да, прикольно работают голосовые команды. Но где навигация? Почему подключение телефона все время глючит? И что это за вступительная заставка? Они ее что, отсканировали со своего рекламного буклета конца 90-х? Ладно, придираюсь. Все необходимое есть, звучит отлично и хорошо. Поехали дальше. Так, надо что-то похвалить, а то они дадут новую свежую модель лет через 5. Так, похвалить. О, Ярик, снимай. Боковая поддержка. Она здесь как суслик. Вы ее не видите, но в поворотах она есть. Так и держит. Зачет. А вообще, конечно, отсутствие чего-то принципиально нового в салоне все-таки удручает. Ау, конструкторы, вы вообще работать собираетесь? Я понимаю, что Outlander в интерьере самая красивая модель. Но это только по сравнению с другими Mitsubishi. А еще же есть конкуренты. Рано расслабляться. Про второй ряд рассказывать не хочу. Нечего, там все то же самое. Реально много места для ног, наклоняемые спинки и подлокотник.
Давайте лучше про багажник поговорим. Надо спасать инфокару свою репутацию. А то Слава в тесте до рестайла не додумался, как складывать спинки. Все просто. Убираем подушку. Наклоняем сидушку. Получаем избушку. Нефиговая такая, скажу вам, избушка. И видите, здесь есть призрак третьего ряда сидений. Да, в США Outlander поставляется и семиместным. Ну, а у нас только с подстаканниками. Блин, китайская шторка, опять ты. Что же делать? Надо, наверное, прорезать здесь отверстие для руки, а то она постоянно выскальзывает. А еще, как и раньше, любители хорошего звука вынуждены оставлять шторку дома, если надо сложить второй ряд. Вот здесь предусмотрен специальный паз для крепления перекладины. А здесь, увы, нету. Потому что Rockford. А вот пластиковые органайзеры мне очень нравятся. Это, несомненно, большой плюс. К тому же их можно демонтировать, выкрутив винты. Получается неплохое пространство. Но теперь вопрос. Почему в это пространство хотя бы в пятиместной версии не запихнуть запаску, как у людей? Почему оно до сих пор под днищем? Дайте угадаю, чтобы не разгружать полный багажник, если вдруг пробили колесо. А они вообще пробовали менять колесо здесь, в наших условиях, в дождь или слякоть? Придется обзавестись специальным ковриком, солидно пропотеть и измазаться. Баллонный ключ. И поехали. Кстати, обратите внимание, багажник разгрузить все равно придется. Что там? Разводной мост опускается? О! Появилось колесо. Представьте зиму, оно такое все во льду, замерзшее, грязное. Блин, еще долго? О, я чуть-чуть ускорил процесс. Привет, колесо! Ты уже грязная? Еще ж зимы не было. Хорошо. Поставили мы это колесо. Кстати, обратите внимание, реально плюс. Это не докатка, это запаска, еще и сбалансированная с родным диском. Это стоит денег. Опа! А теперь вопрос, как туда разместить колесо, которое вы только что сняли? То есть пробитое, условно. Багажник-то у вас забитый. То есть в багажник вы его не положите. Да и грязное оно все. Надо было одеть, не свитер, а какую-то робу на эти тест-драйвы. Так. Хрен. Блин, баба не справится, даже моя теща. Фух. Так, и поднимаем. А теперь вопрос. Может, все-таки спрятать запаску под пол багажника и все-таки его разгрузить куда-нибудь? В случае чего. Но, с другой стороны, я уже предвижу оправдание. У Range Rover Sport ведь тоже так было. И финал. Кнопка закрывания багажника. Нет, несомненно, в этом классе это очень крутая опция, но почему он так медленно закрывается?
паспорте заявлен нифиговый по меркам класса клиренс 217 мм, но дилер поставил сюда стальную защиту. В итоге осталось только 17. Но обратите внимание, днище здесь практически ровно, ничего не торчит, плюс стальная защита. В итоге на бездорожье, наверное, можно быть спокойным. Это трос, это наша лопата 87 года, это Outlander, губастик, у которого угол подъема сократился с 25 до 21 градуса. И там у нас слава с поезженным Touareg'ом. По-моему, это первый раз, когда мы сурово подготовились к оффроуду. Помните то видео на YouTube с двумя валенками? Вот там Outlander, в принципе, красиво заезжал на очень неплохую горку. И все было по-честному. Поэтому сейчас мы должны снять не хуже. Попробуем. Но сначала пару слов теории. Итак, у нас здесь полный, ну, правильнее сказать, не совсем полный привод, а подключаемый. Всегда работает передняя ось, задняя включается. Как это происходит? Есть разные варианты. Говорим именно об Outlander. Здесь где-то посередине есть муфта, которая беспрекословно слушается электронику. Как только электроника своими мозгами понимает, что передние колеса начинают пробуксовывать, она говорит муфте: давай, напрягись. И муфта так напрягается, и включается задняя ось. В принципе, все классно. Особенно в случае именно с электронно управляемой муфтой, все это происходит очень быстро. Быстрее, чем во многих других вариантах, там, где есть насос, там, где есть вязкостная муфта и так далее. Вот. Но, как и у большинства подобных муфт, у этой есть одна проблема. Когда она так напрягается, она чуть-чуть поработает, покрутит задние колеса, мне тяжело, больше не могу, и расслабляется, перегревается. То есть, такие машины могут проехать небольшой участок на полном приводе, но не могут там долго буксовать. После этого привод просто отключится, машина опять станет переднеприводной. Такой, как этот Outlander в базе. Кстати, интересно, что еще существует автомобиль с 3-литровым мощным двигателем V6, и он комплектуется более серьезной, более навороченной системой полного привода, но, как это часто бывает, на сегодня это не про нас. Поэтому говорим о том, что мы реально имеем. Итак, у нас в салоне есть всего лишь одна кнопка, отвечающая за оффроуд. Это управление полным приводом. Три режима. 4WD Eco, 4WD Auto и 4WD Lock. То есть фактически это три режима интенсивности работы муфты. То есть от практически полного отключения в Eco, да, когда почти всегда работает передний привод для экономии. Потом, значит, у нас идет режим Auto, в котором муфта более часто подключает, то есть при малейшем проскальзывании передних колес. И режим Lock – это когда муфта старается делать это при минимальной необходимости, а иногда даже без необходимости. То есть, когда мы видим сложный участок дороги, нажимаем кнопку два раза, переходим в режим WD Lock. И надеемся на то, что у нас полный привод. Хотя понимаем, что на самом деле он не совсем полный, потому что никаких жестких блокировок здесь, увы, нету. Итак, сейчас мы будем машину вывешивать, будем смотреть, как она себя ведет в песке, насколько быстро перегревается муфта, если нам вообще удастся это сделать. И, в общем-то, получаем удовольствие. Итак, выбираем наш режим 4WD Lock. Поехали! Именно в этом режиме мы будем ездить, потому что минимальная пробуксовка нам может помешать. Но пока едет уверенно, я выбрал себе участок с травой, но все, подъем крутой. Пока не зарылся и не хочу, поэтому попробуем чуть-чуть больше взять разгона. У нас здесь резина Goodyear Eagle L. Буквально если отойти метров на 10 от колеса, то кажется, что это слик. То есть хорошего контакта с почвой нету, тем более с таким песком. Опс. Чуть-чуть не хватило тяги. Еще сделаем пару попыток. Так, берем максимальный возможный разгон. Надеемся, что наша губа не пострадает. Чуть не зацепили оператора.
И давай. Блин, не хватило тяги. Ну ничего, мы не сдаемся. Слава, у меня колеса вообще крутятся? Да, то есть сначала она идет на передних, потом когда они срываются в пробуксовку, начинает задними помогать, а потом вот такая уже... То есть она не пытается сразу же на четырех ехать, да, разгоняться? Не, вроде как пытается, но это не четко заметно. То есть четко заметно, что после пробуксовки передних задние становятся активнее. Я думаю, надо попробовать еще отключить стабилизацию, это она слушает ее. Так, система ESP. А как тебя отключить, систему ESP? Подержать кнопку долго, я держу. О, отключилась, отлично. О, ну ни черта себе, трогается заметно резвее. Машина пошла. Но все равно не хватает чуть-чуть еще вверху. Это здесь уже вопрос выбора траектории правильной. Что пошутил? Блин, Слава, а что ты мне... Я же не знаю, куда ты... Ну, я же не вижу, я сам стою. Ох, так мы его даже не вытянем. А что ты сюда сдавал? Блять, я не... Ты говоришь, пошутил насчет ямы, значит, я еду. Типа, нету ее. Твою мать. А черт, я вижу даже отсюда. Слава, я сдавал, потому что ты когда говоришь, не нажимаешь на кнопку. А потом что-то типа, там яма. Яма. Стой. При чем тут стой? Нет, я не поехал. Ты стоял там на исходной позиции. Ну что, господа внедорожники, испытатели, как вам? Доиздаешься? Не, понимаешь? А он сейчас сядет в моторах и уедет. Пацаны, что вы... Кстати, машину отдайте. Отключить. Глушитель дует прямо в эту, блин, песок. Коленки. Он кротов сейчас пытается по-моему. Ну, непонятно. Не, не закопан. А может, и закопан. Конечно. Не, не закопан. Не закопан. Блин, не задача. И, в принципе, не знаю, выводы тут какие-то тоже не сделаешь. Ну, разве что о том, что ход подвески относительно небольшой. Вот это вот колесо висит, кстати, оно интересно крутится. Оп. Вот, и машина у нас, получается, сидит на запаске своей. Что интересно, накаркали мы про эту запаску, вроде она и не висит, но мы на нее именно и сели. И кроме этого, мы сидим очень плотно днищем в районе двигателя. Значит, варианты: покопать или потянуть. Потянуть я просто не вижу сильно здесь, как где тянуть туарегом на лысой резине. Смотри, первая проблема, которую нужно решить для того, чтобы потянуть, это найти проушину. Но вот так на скидку проушину ее не видно. Знаю. Мы знаем, где она. Мы ее видели, когда снимали нижний ракурс. Вот их две здесь, они открыты. Самое главное, что у нас целая губа. Но одна. Вопрос, что у нас сзади. Передняя. Ой, кстати, для тех, кто хочет сейчас спросить, как вы это сделали, я рассказываю. Я сдавал задом, у нас была проблема со связью с рацией. Слава сказал, яма, а потом сказал, я шучу. Я так понял, что ямы сзади нету, потому что он шутит. И... Ну вот как-то так. А я думал, потому что ты сдавал задом, но не сдавал на права. Судя по тому, как смеется Слава, где-то так и было. Не, ну почему? Смотри, мы сидим сейчас на холмике таком, получается, днищем. Мы сидим на метадоне, Паша. На метадоне. Нархет, блин. Барселов. У нас на траекте таким не баловать.
блин, когда я говорил, что у нас есть трос с лопатой, мы собираемся тут испытывать Outlander, я ну, совсем не собирался, да, вот это делать. Лучшее предложение сегодняшнего дня. Какое? Подкопаем еще? Да. Я пока подышу от трубы. Стало отпускать, да? Так, нам пришлось задействовать трудовые резервы, тяжелые, которые были припасены на случай Третьей мировой войны, если придется восстанавливать метро в Киеве. Коврик уже, смотри, прибарахлил. Да хоть теплее. Слушай, он мертвый сидит, его и только выкопать можно. А ты что, хочешь с двумя тросами? Да ну это фигня полная. А что делать? К тому же это слабый, наверное. Паш, Паш. Собрался утягивать машину. Ой, спасибо, Митсубиси. Положили трос в багажник. Это привет от Сережи Байдачного. А, вот почему он говорил, закапывает. Да что там? Не, слушай, классно. Например, ну, надо дотащить машину до сервиса. Вы обломали где-то вечером на трассе, да? И вы рассчитываете, что в ремкомплекте есть трос, там положенный туда вот в этом наборе, да? Нате, ребята. Кстати, коллеги-журналисты, вам тоже отдельный привет. То есть кто-то же вытягивал эту машину? Стой, 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 стой. Что пишут? Я не могу понять, дорого или дешево. В гривнах? Да, сейчас такой курс, что, как говорил Лась по-древлянски, просышь. Давайте это, дергайте. Давай. Это уже не смешно. Ты устал сидеть уже, да? Блин, что? 4.10. Пол пятого. 4.20. Так, ну что? Значит, у нас тут есть одна идея, поскольку у нас висит заднее правое колесо, и у нас есть очень тяжелый человек, 120 килограмм. Ну, это было как бы в прошлом месяце, результат прошлого месяца. Потом было много тренировок, вот, и сейчас, Ярослав, продемонстрируй, пожалуйста, что происходит, когда ты садишься в багажник. Еще. Вот. Машина немножко перегружается на заднее колесо. Она перегибает. Готов? Я да. Да-да-да, оставляем. Так. Да. Давай, лоу. Давай. Ю-ху! Ю-ху-ху! Мы выехали. Я считаю, что это все благодаря мне. Нормально. Знаешь, все благодаря тому, чему? Посмотрите, что Ярослав на ужин. Видишь, кушает. Что я говорю? Белый хлеб с медом и с кока-колой. С майонезом, а не медом. Слава хочет доказать ему, что он крутой гонщик и заедет не хуже нас. Вот зараза, так и заехал. Так и заехал. Да ты давил плохо, видишь? Я плохо давил. Я мало ел каши и плохо давил на газ. Плохо давил, плохо давил. Привет, мой дед. Перед вами первый и последний Outlander. 14 лет разницы. Я имею в виду выходы моделей на рынок. И там атмосферные бензиновые 2.4. 4G69 и 4B12, оба с технологиями WEC. Что изменилось за эти полтора десятилетия? Японцы серьезно прокачали агрегат. Плюс 7 лошадиных сил и плюс 6 ньютонометров крутящего момента.
Да, не густо. Но мы понимаем, что обратной стороной такой японской первобытности всегда была надежность. И эти моторы спокойно ходят сотни тысяч километров без претензий к топливу. К тому же японцы обычно за базар отвечают. Именно на эту машину была гарантия 7 лет. И на 6-м году ей все еще бесплатно меняли сломавшиеся детали, которых было в принципе немного. Новый Outlander весит почти на 150 килограмм меньше. Поэтому даже со своим вариатором он разгоняется на целую секунду быстрее. К тому же жрет в городе на 4 литра меньше. Так это или не так, мы сейчас и проверим. Ну что, дедуля, тряхнешь стариной? Андрей, я к тебе обращаюсь. Я удивлен, если честно. Компьютер показывает цифру 9,7 секунд до сотни при заявленных 10,2. И показания достаточно точные, потому что он видел 8 спутников, то есть это много. Но вы видели на старте, тот старый Outlander меня как бы немножко подорвал. Видимо, это преимущество автомата перед вариатором. Но потом мы ушли вперед. Интересно, какая цифра получилась у Андрея? У него заявлено по паспорту 11,2. У меня получилось 11,12. А какой у тебя пробег сейчас? 131 тысяча. Слушай, ну нормально. А чем заправился? Око. А кушал на завтрак? Яйца с кашей. Так, а теперь нам надо еще сравнить, насколько экономичнее стала машина за 14 лет. Для этого я предлагаю проехаться по одному и тому же маршруту, друг за другом, с одинаковой скоростью, в одних дорожных условиях, километров 15, предварительно сбросив расход. Посмотрим, что получится. Идет? Итак, мы сбрасываем расход и сейчас будем максимально тошнить, чтобы попытаться подтвердить те данные, которые заявляет производитель. Сегодня в Киеве нету пробок, движение нормальное, будем ехать в правом ряду со скоростью 50-60, ну максимум где-то 80 км в час. Андрей не отстает. Были вынуждены прервать наше эконом-ралли, потому что у нас начал заканчиваться валиум. И больше ехать настолько экономично и медленно мы не могли. Тем не менее, это нам не очень помогло. И расход получился у меня здесь, в новом Outlander, 10,4 литра на 100 км. Это без пробок, и это в режиме патиссон. А что скажет наш дед? У меня расход получился 11,7. Он, в принципе, довольно-таки средний, как для лета. А вот зимой он подрастает по городу до 15. Ладно, нас не интересует, сколько у тебя подрастает расход, потому что мы сравниваем две машины. И главный вывод о том, что за 10 лет Outlander стал экономичнее приблизительно на 10%. Смотрите, он и разгоняется на секунду. Экономичнее на 10% ровно настолько, насколько он легче. И разгоняется настолько. Правильно? Ну, какие мы можем сделать выводы из этого? Прогресс, блин, прогресс! Говори, прогресс, камера. Прогресс. Слушай, 40 долларов. А этот стоил 32 500. Ну, это же не топ, тут кожа, рожа. Ну, я помню, там тоже была такая комплектация мечта с кожей, с автоматом. Слушай, я еще предлагаю замерить расход по трассе.
Давай. Давай 90, 120, 160. Не, ну давай 110. То есть 90 или 110 начинаем? 110, 90. Слушай, ну мы же должны хоть как-то показать какой-то минимальный расход. Они заявляли, что в городе там будет 9 литров или 8, у нас получилось 10,5. А по трассе заявлено 6,5. Сколько у нас будет? Ну, у меня может быть 8-9, не меньше. Ну хорошо, давай так, 90, 110 и 160. Нет, 160 я не поеду. Почему? Подожди, смотри. Ты считаешь, что эти машины не покупают для того, чтобы гонять по трассе? Будетесь? Давайте быстрее. Я просто хочу тебе сказать, ну, люди покупают 2,4 для того, чтобы ездить борзо, правильно? Ну, если ты овощ, ты берешь 2. 2,4 ты берешь, чтобы летать. Ну, по трассе у нас летают 160. Когда я ее покупал, я читал отзывы. Написали, что 2 литра ни***я не едет. А вот 2,4 едет. Вот, ну так подожди, еще ты на слабо не можешь поехать 150 по трассе? Уже 150, заметь. У меня резина ограничение. Слушай, все, ну перестань. Значит, 90, 120, 160. Согласен? Да. Поехали. Так, набираем 90 км в час. Андрей, а у тебя круиз-контроль есть? Нет. А у меня есть, ставлю 90. Сбрасываем расход. Сбросил. Да, самые вредные из вас, конечно, уже обратили внимание, что меня снимает автоматический штатив, который весит 120 килограмм. И это, конечно же, небольшая фора старенькому Outlander, но мы на это сделаем небольшую скидку. Так, еще пару километров и будем сверяться. Итак, 7 километров позади. У меня на бортовом компьютере 8,2 литра. Это со стабильной скоростью 90 км в час. С отключенным кондиционером и 2 человека в салоне. Андрей, сколько у тебя? 9,4. Отлично. Тогда давай повышаем скорость до 120. Позади уже 10 километров со скоростью 120 и расход по компьютеру 8,8. Андрей, сколько у тебя? Ровно 11 литров. А давай разворачиваемся на Киев обратно и 150? Да, давай 150. Плюс. Андрей, как там твоя резина на 150? Жжет. У меня почти 12 литров, 11,8. У меня 13,9. Так, ну я понял, что быстрее ты ехать не можешь, поэтому ты нам больше не нужен. Все, пока, прощай. Постой, а меня заправить ты обещал? Все, выключили. Так, ну что, попробуем 170. В этой версии Outlander здесь установлен вариатор компании Jetco, японская, 8-го поколения. Точно такая же коробка, к слову, устанавливается и в последний Nissan X-Trail. Но ту машину мы испытывали в Европе и позволить себе гонять на больших скоростях там, увы, не могли. Сейчас у нас держится скорость где-то 175 км в час и средний расход при этом, я так понимаю, держится в районе 22, но, что интересно, вариатор ведет себя как-то необычно. Стрелка начинает попрыгивать, несмотря на то, что я еду на круиз-контроле. Сейчас обороты держатся в районе 4500. И что для меня очень удивительно, машина, которая в принципе не обещала уверенную езду по трассе на таких скоростях, сейчас себя ведет очень вменяемо. То есть это касается и шумоизоляции. То есть да, я повышаю голос немного, потому что есть шум воздушных потоков, но в остальном мотора я не слышу. Вариатора, что опять же удивительно, я не слышу. И такое ощущение, что я могу, в принципе, даже маневрировать. То есть подвеска, которая в городе местами казалась мне даже иногда чрезмерно там валкой или мягкой, сейчас присела. И так можно ехать достаточно долго, но до тех пор, пока не поймаешь небольшой какой-нибудь наплыв, потому что тогда машина начинает прыгать, причем прыгать вы будете еще несколько километров. То это то, что называется козлить. Кстати, интересно, вот на какой-нибудь встрече с японскими инженерами они спросят, как вам наша подвеска? А как им сказать по-английски хотя бы козлить? Джампинг? Ладно, поехали дальше. 170. Я опускаю педаль в пол.
перевожу вариатор обратно из ручного режима в автоматический. Обороты подпрыгнули до 5500, мы разгоняемся дальше. То есть у нас уже 180 км в час, и в принципе он набирает скорость. Впереди небольшой поворот, сейчас будем аккуратно. Кстати, с сегодняшнего дня здесь на трассе уже дежурит новая полиция. Это трасса Киев-Борисполь. Не знаю, пока что ребят мы здесь не видели. Итак, вернемся к тахометру. Набираем 180. Как видите, стрелка ползет заметно. 185. Небольшой ветер сбоку. 190 по спидометру. Я думаю, что в реальности немножко меньше. 195 по спидометру. Кстати, динамика не падает. Вот мы уже подкрадываемся к 200 и 6500 оборотов. В принципе, дальше уже становится немножечко стрёмно, потому что мы очень сильно выходим за рамки потока. Хотя вот посмотрите, впереди, например, едет Renault Logan со скоростью 180 км в час фактически. Дайте я посмотрю, может быть это Logan GT? Нет, обычная, по сигналям. Ну а теперь давайте подробнее поговорим о поведении машины на дороге. Инженеры хвастаются, что доработали подвеску. Легко догадаться, что работали над устойчивостью на трассе. Да, амортизаторы здесь действительно стали жестче и кренов в поворотах поубавилось. Но, впрочем, как и комфорта на плохой дороге. Outlander чуть больше, чем раньше, трясет пассажиров на ухабах и чуть громче, чем раньше, сообщает о мелких неровностях. Конечно, тому виной и низкий профиль шин в нашей комплектации. Хотя, не будь тут 18-х дисков, вряд ли мы бы так уверенно зажигали на трассе. Боюсь, 16-е колеса могут заметно подкосить управляемость. А вот золотой середины, увы, не предусмотрено. Короче говоря, к сбалансированности ходовой у меня есть претензии. Если хотите сравнение, то в этом плане Outlander, возможно, поприятнее, чем X-Trail, CR-V или RAV4. Но, я думаю, все-таки проигрывает Mazda CX-5, Tiguan и Forester. А вот донастройка электроусилителя действительно пошла Mitsubishi на пользу. Нет, конечно, рулежка не стала спортивной, так как информативности все еще минимум, а баранку по-прежнему часто закусывает. Но руль, кажется, стал острее и тяжелее. По крайней мере, входы в крутые виражи теперь даются ауту намного спокойней и уверенней. Не нужно постоянно судорожно подруливать, выбирая траекторию. А вот коробка здесь мне, честно говоря, не очень понравилась. Вариатор ведет себя как вариатор, в плохом смысле. Реакции на газ не всегда предсказуемы. Коробка слишком долго поддерживает низкие передачи, в то время, когда уже давно пора опускать обороты. Но у Outlander есть противоядие. Патрулевые лепестки, которые переводят коробку практически в ручной режим, из которого она без вашего ведома уже не выйдет. То есть заданную передачу вариатор фирмы Jatco будет держать, пока вы не выберете другую или пока принудительно не вернете коробку в драйв. Это действительно спасает и позволяет как сократить расход, так и добиться от машины более предсказуемой динамики. Хотя, будем честны, эта связка коробки и двигателя динамикой не то чтобы сильно балуют. И по ощущениям, и по цифрам. Когда топишь педаль в пол, то очень раздражает несоответствие между неистовым жужжанием силовой установки и посредственным ускорением. К тому же, при более активной езде расход бензина начинает непомерно расти. И в городе легко может достигнуть 14-15 литров. А это по меркам класса много. Дальше о хорошем. Благодаря действительно доработанной шумке, коробки здесь практически не слышно. В принципе, как и двигатель, если, конечно, не повышать обороты больше 2500. Да, после Touareg'а внутри Outlander мне не кажется слишком тихо. Но, с другой стороны, если сравнивать эти ощущения с дорестайлинговой машиной, в которой практически не было шумоизоляции, эта версия однозначно прорыв. Отличная обзорность и отличная работа диодных фар. Действительно яркий свет и очень широкий угол охвата.
Фары в прямом смысле захватывают даже часть встречки и обочины. Это впечатляет. Что касается безопасности автомобиля в общем, то после рестайлинга официальные краш-тесты пока не проводились. И нам остается лишь рассчитывать на то, что новинка будет не хуже дорестайлинговой модели, которая, кстати, уверенно получила 5 звезд Euro NCAP, достойно выдержав все виды столкновений. Итак, я думаю, пора подводить итоги. Как вы уже поняли, Outlander произвел на меня неоднозначные впечатления. Да, действительно, он стал солидным и более мужественным. У него просторный освежившийся салон, появилась шумоизоляция, как для кроссовера он хорошо чувствует себя на бездорожье, имеет большой багажник и плюс-минус неплохо укомплектован. Но, знаете, я скорее являюсь сторонником комфортной езды, нежели агрессивной. Но в этом плане Outlander на фоне конкурентов не слишком выделяется. К тому же на сегодняшний день с сегодняшними ценами на бензин его расход временами пугает. То есть придется либо выбирать мотор поменьше, либо устанавливать ГБО. Если же говорить о перспективах модели, то стоит понимать, что сегодня главным конкурентом любого кроссовера при цене в 30-40 тысяч долларов несомненно является квартира в Киеве. Если же сравнивать Mitsubishi с одноклассниками, то можно заметить, что цена у него приблизительно на среднем уровне. Ну что же, мы от всей души желаем Outlander успеха в борьбе за место под солнцем. А вот о ее результатах узнаем совсем скоро по статистике первых продаж. На этом все. Если вам нравятся наши тесты, подписывайтесь на наш канал, делитесь тестами, ставьте лайк. И совсем скоро мы собираемся протестировать Nissan Sentra, Infiniti Q30 и Lexus RX. До встречи!